История авиатора в цифрах. Первая поездка победителя авиатора на международный авиафорум состоялась в 2012 году. В 2015 году стартует пятый, юбилейный авиатор. За время проведения конкурса в нем приняли участие 2086 человек из НАУ, ХАИ, КПИ и Кировоградской летной академии. Из них 1486 парней и 600 девушек. Факультет самолетостроения представляли 218 студентов. Авиационных двигателей — 206. Систем управления летательных аппаратов — 193 участника. Факультет ракетно-космической техники — 139. Радиотехнических систем летательных аппаратов — 98. Летной эксплуатации — 4 студента и двое — факультет обслуживания воздушных судов. От Аэрокосмического института принимали участие 622 человека, от Института аэронавигации — 604. За все это время организаторами было проверено 3917 конкурсных заданий. Экспертное жюри слушало защиту презентаций участников 50 часов. Студентов, которые защищали презентации на английском языке, было 80 человек. Самому юному участнику авиатора на момент проведения конкурса исполнилось 16 лет. Самому старшему участнику авиатора — 26 лет. За время проведения авиатора посетили авиасалоны «Фарнбро» и «Ле Бурже» 175 студентов. Организаторами были написано 15 тысяч писем участникам. Использовано бумаги 3 миллиона листов. За время поездок впервые летели самолетом 78 человек. Впервые побывали за границей 62 человека. От автобуса отстал один студент. Увидели «Биг Бен» 46 студентов. Прогулялись по Парижу 129 студентов. 109 победителей конкурса посетили Диснейленд, где провели 9 часов и получили 100% удовольствие. За время проведения авиатора было съедено 31 336 бонжуров. Влюбились 5 парочек, детей пока нет. В 2015 году в конкурсе победили 9 иностранцев, и это только начало. В соцсетях участникам тоже не было скучно. К группе «Авиатор ВКонтакте» присоединились 900 студентов. Организаторы написали 328 объявлений на стене группы. За 4 года был создан фотоархив «Авиатора» из 10 тысяч фотографий. В эфир вышли 100 телесюжетов. В декабре 2014 года участники «Авиатора» помогли благотворительному фонду Бориса Колесникова и своим вузам войти в Национальный реестр рекордов Украины. В инициированном фондом национальном рекорде по выстраиванию живых самолетов приняли участие 1579 студентов, 886 из НАУ и 693 из ХАИ. Пятый юбилейный авиатор значительно расширит свою географию. К участникам из Киева, Харькова и Кировограда присоединятся студенты авиационных специальностей Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога и Славянска. Организаторы конкурса уверены, «Авиатор 2016» обязательно подарит новые свершения и новые рекорды.